что означает код ошибки P0520. Всем привет, меня зовут Виталий, и в этом видео я расскажу, что означает код ошибки P0520. И если вы досмотрите видео до конца и у вас останутся вопросы, вы можете оставить их в комментариях. И уже наверняка вы могли, многие из вас знают, что диагностический код неисправности P0520 устанавливается, когда ESM и PCM вашего автомобиля обнаруживают потери сигнала или ошибочную доставку сигнала от датчика скорости автомобиля. В большинстве случаев этот датчик скорости находится в хвостовой части вала трансмиссии вашего автомобиля. И датчик скорости транспортного средства, установленный на трансмиссии, определяет приблизительную скорость транспортного средства путем подсчета отдельных оборотов хвостового вала трансмиссии транспортного средства. Это достигается путем подсчета импульсов, производимых зубцами специально разработанного тонального круга, когда они проходят перед приемником датчиком скорости. И это тональное кольцо крепится к хвостовому валу трансмиссии, обычно имеет зубчатый внешний край. Когда зубья тонального кольца трансмиссии циркулируют перед датчиком скорости, создают отдельные импульсы, чаще всего в форме синусоидного или прямоугольной волны. И чем выше скорость автомобиля, тем быстрее последовательности этих импульсов. Следовательно, ЕБУ автомобиля может использовать такие данные в качестве надежного источника скорости автомобиля. И в случае код P0520 ESM автомобиля определяет, что такие данные представляются ошибочными или нерациональным образом в качестве альтернативы ESM автомобиля, может определить, что данные от датчика скорости, коробки передач вообще не возвращаются. И в таких случаях код P0520 может также использоваться для указания неисправности, относящейся к одному или нескольким датчикам скорости, которые отвечают за вращение колес автомобиля. Такие датчики устанавливаются на концах каждого колеса вашего транспортного средства и используются для измерения фактической скорости конкретного колеса по отношению к трем другим его аналогам. И бывает очень частый вариант, когда, попадая в глубокую грязь, колесо пробуксовывает, датчик забивается грязью и выдает ошибку P0520, которая решается банальным заездом на автомойку.